быстро движется по небосводу, и полнолуние уже не за горами. 19 февраля нас ждет захватывающее полнолуние. Мало того, что это будет самая большая луна в году, так еще она соединится с неподвижной звездой Регул в 00 градусов 5 минут в знаке Девы. Звезда Регул – звезда президентов, генералов, известных спортсменов и людей королевской семьи. Что же принесет это остроявление в нашу жизнь? Ну, во-первых, принесет амбиции, щедрость, славу, конкуренцию, успех, многообещающие влиятельные знакомства, мистику. Но Регул также притягивает на ваш успех и славу врагов, зависть и ложных друзей. Многие почувствуют в этот период всплеск независимости, дух свободы, так что полнолуние принесет много нового и захватывающего. Я бы еще отметила три важных момента. Это Меркурий соединяется с Нептуном, что может принести недоразумение, обманы, страхи, рассеянность. Венера соединяется с Сатурном, и здесь кто-то из нас повстречает настоящую любовь, а кто-то почувствует одиночество. Регул в сочетании с Ураном и Марсом принесет решительность, смелость, захочется освободиться от ограничений, негатива, очень будет много импульсивности. Если вы решите рисковать, то делайте это разумно, полагаясь на свою интуицию. Сейчас лучшее время исследовать себя. Экспериментируйте со своей сексуальностью, найдите свою личную свободу. Много адреналина направьте в спорт, начинание, инициативы. Полнолуние является самым благоприятным периодом для проведения ритуалов очищения от негатива. Это касается как ритуалов очищения пространства, так и ритуалов очищения ауры. Светом полной луны предлагается освещать те вещи, которые мешают нашему развитию, тормозят рост человека как личности. В полнолуние проводятся ритуалы на избавление от вредных привычек, таких как наркомания, неправильное питание, болезненная привязанность к кому-то. Если вам что-то мешает жить и вы хотите избавиться от этого, самый лучший момент для избавления, конечно же, полнолуние. Если вам не хватает лунной энергии, мягкости, текучести, умиротворения и покоя, я вам советую на эту полную луну создать полнолунное масло. Возьмите 13 капель эфирного масла сандала, 9 капель ванильного экстракта, 3 капли эфирного масла жасмина и 1 каплю эфирного масла розы. Смешайте накануне полнолуния в отдельном флаконе и оставьте его на ночь под светом луны для зарядки. Можно использовать для смазывания свечей, массажа и как парфюм для практик на полнолуние.